Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Трэго. А мне семечек. А мне. Едем за городом и решили залутать местные кормилицы. В том районе, где я живу, тут сейчас будет помойка справа. Я там мощные выносы из хат находил, может и сейчас повезет. Поглядим. Вот Аня. Ой, ситненькая буреночка. Загородная буреночка. Загородная кормилица. Нифига себе, какой меч. 314 рублей стоил. Нормально. Ну тут видно кормилицу вывезли. Передняя панель. А такие лишь... А, такие реально. Блин, падлы, все повывозили. Ну тут металл, смотри сколько. Все ржавое. Ну это... О, косы. Нифига, какие ржавые. На металл заберем. О, это от противогаза. Или нет? Что это? Прикинь, мина реально. Это банка с солидолом. Очень старым. Забираем. Что-то смазывать. Офигеть, ребят, солидол. Баночка солидола. Вот это мощнейшая находка. С мужика по лайку. За такую тему. А это не кобеля? Медь, чувак, вот это медь. Это медь. Чистая медь, толстожильная. Вот, ребят, медный кабель, офигеть. Тяжелый, капец. Да, это антенный. Ну, можно взять. Толстая медяшечка, сюда. Вот это все медь, ребят. Нормально зашли. Хороший кабелек. О, шурупчики, болтички. У меня такого добра навалом. Не, ну неплохо мы так зарулили. Столько меди, еще и металл. Просто кайф. Помоечка балует. А мне нравится за городом в помойках ковыряться. Вообще круто. Это, кстати, газель Илюхина. Не моя, если что. Сколько металлолома, спасибо. Металл упал, представляете? Целая тонна черного металла, всего лишь 10 тысяч рублей. Смотрите, сколько у нас его с помоечки. Тут уже гора накопилась. Нормально. Нифига себе, тут поселочек. Какой красивый. Дорогой, ребят, коттеджный поселок. Мы за городом решили осмотреть загородные кормилицы. Сейчас, может, нас вообще выгонят нафиг отсюда. Ну все, идем глядеть местные кормилицы. Опа! А вот такую кормилицу как? Блин, а что ее вывезли-то? Вывезли кормилицу, падлы. Ну тут дворники прячут кулатурку. О, смотри, какие-то вещи мажоров. Вот это заберем на продажу. Какой бренд? Стелла Маккартни. Я в шоке, ребят. Стелла Маккартни. Эмилио Пусси. Ребят, Пусси футболка. Вот столько она стоит. Как вам такая цена? Эмилио Пусси. Смотрите, какая стильная. Это ж вроде на русский перевод это. Что это пися. А вот это Стелла Маккартни Китс стоит вот столько. Как вам? Нормально, да, тут люди живут. Не бедные. Забираем одежду. Я ее племяннице подарю. Нет тут больше ничего. Вон шмотки. Да тут шмотки, вон нычки. Нычки с вещами. Смотри, Лаперия. Какие-то штуки для этих сисечек. Трусики, ребят, комплекты. Лаперия. Перчаточки. Да тут мажоры вообще заелись капитально. Такие бренды, походу, выкидывают. Вот эти все колготки, наверное, стоят целое состояние. О, носки вообще новые, ребят, носки новые. Детские вещи, так, интересно. Вот штаны. H&M бренд, вообще крутые, с пони. О, у тебя алюминий, да? О, нифига, это слайм. Офигеть, ребят, целый слайм. Заберу племяннице. О, нифига, кошелечек надыбал. Какой-то брендовый. Стивенс. Бренд Стивенс. Слушайте, ребят, я думаю, он дорогой пипец. Но он удобный такой. Кожаный. С короной. Ну, вот стоит такой бренд примерно вот столько. Такие кошельки. Стивен Десиген in London. Вот мажоры тут живут. Вот это люди живут, я понимаю. Сейчас еще по поселкам проедемся, поглядим. Можно сказать, рублевские помойки. О, тут корм выкинули в пачке, просыпался. С тараканом, ой-ой-ой. Мы просто в шоке. Ехали-ехали, тут бам. И кормилица загородная, еще одна. Вот это просто тема. Просто бомба. Просто кайф.
У тетя деду надо загородную рублевскую кормилицу осмотреть, поживиться. Нифига там вынос хаты. Порш поехал. Вынос хаты. Ай, прям пальцем. Ёй, что за мешочки? Но коды, ТОЦ, бренд какой-то, ТОЦ, мешочки ТОЦ. Вот еще чехлы. Берем. Смотри, бренд. Балдини, это от обуви. Но у нас тут балдини свое на помойке. Да это все, мажоры выкинули. Да надо постоянно за город ездить. Я тебе отвечаю, тут больше... Ну, тут если вынос будет, то тут вынос, смотри. Так пахнет Диор, я знаю точно, что он. Луи Виттон, ребят, Диор, Луи Виттон, мешочки. Охренеть. Даже мешочки эти возьмем. Смотри, Империо Армани, Тремпель. Пиздец. Я в шоке. Ну, кость мажоров. Ну, мешочки, смотри. Шлое бренд, Шлое мешочек. И вот мешочек, смотрите, Сантам какой-то. Капец, они там живут, я в шоке. Мешки, ребят, Лоло Пиано, мешки. Офигеть, мешки эти купят, блин, они их выкидывают. Эрменегелезе Гегна. Капец-то, сколько они там шматья набирают. ТОЦ бренд, мешки. Мешки, ребят, опять Луи Виттон, охренеть. Да тут в пакете, походу, одни мешки, что ли, или чего? Где техника? Пес там Лего Сити своим детям покупают. Вон оно высыпалось, ребят. Лего Сити, чувачки из Лего Сити, смотрите. Офигеть. Да я в шоке. Вот, топовая эта игрушка. Она, наверное, рабочая. Да, конечно, смотри, как новая. В лесу родилась елочка. Вот, можно эти песни учиться на синтезаторе играть. Охренеть, тупо новая. Вертолет. Ребят, какой-то вертолет. Смотрите, может он даже взлетит. Смотрите, он сам крутится. Вы видели такое хоть раз? Он сам по себе крутится. Охренеть. Охренеть. А, так это... Это трансформер. Это какой-то Optimus Prime. Ребят, какой-то Optimus Prime. Он дорогущий по-любому. Это крыша от него. Крыша с вертушками. Охренеть! Optimus Prime! Эта крыша сюда одевается. Эта игрушка по-любому стоит 10 000, наверное. Ля, ребят, ля. Ля, прицеп, ля. А где от него это, тягач? Элитные игрушки. Мешочек еще. Дольче Габбана, ребят, Дольче Габбана. Ебать. Это чего такое? Базука, что это? Опять? Да тут опять мешки. Куда жало засовываешь? Интересно, да? Мне тоже. Ох, офигеть, игрушка какая. У нее даже глаза открываются. Макака какая-то дорогая. А что она делает? Она, наверное, там что-то разговаривает. Офигеть. О, опять игра. С кнопочками. Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуй, радость елки. Тут это радостные все елки. О, пиликать должно оно. Ну, село, но мы заберем. Чупа-чупсик? Mm-hmm. Ну, пососать? Будешь сосать? Кусать буду. А сосать? Нет? О, побрякушечка топовая. Че это? Это съедобное? Это, походу, съедобное. Или несъедобное? Нет? Это пенопласт. Я думал, это съедобное. Смотри, это эти, резина. Здрасте. Потеряли что? Мы, да, свою жизнь. Да ну, в нашем баке вы не найдете. Мы тут, это, вещи собираем, металл, вот, на помойках. А, да? Ну, можно мы там дороемся, пакет интересный. Ну, сейчас, секунду буквально. Все. Блин, жаль, что выгнали, конечно, но все равно что-то набрали, блин. Пол пакета добра всякого интересного. Что-то там он даже пиликает. О, сытная буреночка, еще не вывезли. Вот это радует. То сейчас крокодил орудует на районе и вывозит наши кормилицы, сдаивает их. По полной программе. О, одноразочка. Вот это берем с клубничкой. Фузи. Тетя, дядя, нядя. Это, ребятки, 20 рублей.
О, Дим, это по твоей части. Что такое? Не нравятся они тебе? А что такое? На продажу, не? Не пойдут на продажу? Димочка, ну возьми меня на продажу. Я хочу поехать на рынок и продаться за 5 рублей. Дима, не заберешь меня, будет тебе бан. Бан! Дима, бан! Ребят, встречал на районе подписчиков, раздавал им стикеры. Они берут их и на кормилицу клеют. Не жалеют мои стикеры, блин. Ой, слышь, тут кто-то надрестал. Кто-то надрестал, блин, и кто-то вступил в дресню. О, нифига, там покрышки. Покрышки, одежда в пакетах. О, фруктики, витаминки. Кегля, да. Полутаешься тут, я на следующую. О, сумка есть целая, бери. Молнии целые, на продажу пойдет. А я залутаю вот эту кормилицу. Что это? Space Toon. А, да ладно. Офигеть. А чем стрелять-то? Это такая рогатка, ребят. Смотрите, вот так оттягивается и стреляешь. Забираем. Пули только надо найти для этой штуки. А чем этот Space Toon стреляет? О, блок питания. О, освежитель воздуха. Ну, теперь помоечки будут пахнуть ароматами цветущей Монголии. Олег Монгол, Монголия. Еда? А что за еда в мешках? Давай бананов наберем. Ой-ой-ой, ребят, мешки бананов. Баняни. Во, наушники. Какие-то интересные. Беспроводные, вакуумные. На вот таких душках забираем. Бренд, правда, какой-то Forza, я не шарю. О, жилетка из магнита. Что тут, магнит закрылся? Жилетку берем. Нифига, сколько жилеток из магнита. Можно набрать. Так, на продажу. Тут 3 штучки взять, чисто потестить. Так, в мешках, смотрю, еда. Хлеба. Целые мешки с едой. Сейчас вывалим все и поглядим. О, нифига какие Sunlight. Котлы из Sunlight. Но это бижутерия. Но смотрятся круто. Как будто золотые. Забираем. Ну, продать их, наверное, не выйдет на Авито. Чисто на барахолке, потому что у них уже все стерлось. Краска эта. Но выглядят зачетно. Нет, тут что-то бананов. Бананы тут, он все гнилые. О, ой-ой-ой, рулетик маковый. О, баняни, сюда. Баняни. Рулетик, баняни. О, вкуснятина. Приятного аппетита. Да, и я хочу. И, кстати, ребят, вспомните прошлый ролик. В этой же помойке я также нашел бананы и обувь. Это банановая кормилица у нас. А бананах белок. Что там? Асикс? Это с рынка, походу. Да видно паль, посмотри. О, лучше, чем мои НАСА. А, ну да, асиксы норм. Love Republic? О, а это топовый бренд уже, не дешевый. Это на продажу. Хочу и буду. Принять себя, полюбить жить. Жизнь и стать счастливым. Михаил Лобковский. Лобковский. А что, надо почитать. А как ему живется с этой фамилией, интересно? Ну ладно, это уже другой вопрос. Но, наверное, книжка интересная. Беру Лобковского в ребятки. Беру. Это свежачок. Забираем. Сюда, да? Да. Спасибо вам большое. Ко-ко-ко. 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 Кормилица. Кормилица. Сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, кормилица. Чё тут порадует меня? Опа, кроссовочки бомба. Как новые. В смысле, фу. Они зимние, да, на продажу. Деду надо, 39-й, смотри, целенькие, как новые. Нормальное качество, топовое, еще и в коробочке. А коробка от них? Стропс, стропс, да, прям от них коробка. Что, заберем с коробкой? Будет проще продать и дороже. Это 500 минимум, Дим, на рынке. За 500 рублей, как минимум, их продавать. Понял? Да, понял. Ага. Тебе дам, блядь. За 10. Помоечка обувает. Опа, и дарит фэшн. Смотри, какая курточка на зиму.
Хотя не, она какая-то приталенная. О, а вот эти уже стиль. Ищи второй, целый, 40-й размер. Ну, это с Алиэкспресса шляпа, но они целые. Не надо, они целые, ты что, с ума сошел? Вот он, ты что, слепой. Берем их, купят. Бомба, бомба, ребят. Но это за 200 рублей отлетят на рынке. Но мы если найдем твои кроссовки, обязательно продадим. А что ты заглядываешь? Это моя кормилица. А ну! МНС бокс какой-то. А, там порошок рассыпанный. Капец, тут порошка так-то много. Ушастый нянь. О, Персил. А, не, Ариэль, ребят, смотрите. Почти целая пачка. Надо его домой забирать. И этот тоже. Порошок, блин, дорогой. Оу, май гад. Это что за кроссовочки такие? Капец, тут сколько шматья. Еще нормального. Сумка, ребят, зацените, какая на колесиках. А, тут колесо отломано. О, Nike. Оригинальные. 38-й, правда, размер. О, коврик маленький. Это можно было в гараж взять. О, футболка. Ну, можно взять футболку. Ну, вот это, я думаю, никто не купит. Сейчас не сезон. Нет, о, Levi's, нифига себе. Levi's джинсы и еще и с порванной мотней. Ой-ой-ой. Ребята, у меня куш. У меня прям топовый куш, то, что деду надо. Да ладно, смотри. Кстати, это топовые болты. Это топовые болты. Топовые болты, болты, гайки, топовые. Вообще топ. Это мы увезем в Краснодар. Это для скутеров. Да, да, офигеть. Это то, что надо именно, болты. Тупо надо. А это латунь. Так, вот тут на пакетик с говном выкинуть. Да? Вот пакетик с говнами. Вот, Дим, вот у говна. Тут, как обычно, все разорвано. Bluetooth-колонка. А, это с ленты, кстати. Я ее разбирал лично. Ее сюда каким-то фигом перетащили. Я ее лично смысле? Разбирал. Тут пакет с говнами. Я с нее сорвал лок питания. И провод сам. А в чем прикол ее? Я еще Максу про нее говорил. Вот на эту покрышку. Почему она здесь оказалась? Bluetooth-колонка разбитая. Зашла. О, она работает. Что это? На барахолку. Она рабочая. Да, да. Сейчас выключу. Смотри, что написал. Привет, Штребух, сука. Ладно, ты знаешь, что она из себя представляет. Жесть, вот это качество, вот это JBL настоящий, видно, оригинальный. Нифига себе, какая игра. Она вот так типа собирается, на ножки ставится, вау. Вот эти мне не надо. Вот эта игрушка мне надо. Топовая игрушка. Малой мне надо, да. На ножках ставится и все, и типа она будет там тыкаться, играться. Вынос хаты? Да, ребят, вынос хаты. Вынос тут с хаты, с кухни. Печеньки запечатанные мне есть. О, а вот и запечатанные мне печенечки, крекеры. Биглонч. А что с ним, ребят, смотрите, он... Вы хоть раз такой в жизни видели биглонч? Он в вакуумной упаковке, охренеть. Я никогда в жизни такого не видел. Он в вакуумной упаковке. Да все. Ох, набор орешек. Да вроде даже и червячков нет. Обалдеть, они дорогие. Набор орехов, блин. Это очень полезная тема с помоечки. Вот это. Как тут еще бигланч? Еще. А это что? Аист. Для удаления пятен мыло. Оставлю бомжам. О. Бутылка уксуса вообще целая, новая. Но уксус мне домой не нужен. Оставлю конкурентам. А вот эту еду, конечно же, беру. Чё, дождь пошел, что ли? Сегодня погода, ребят, просто говно. Ветер сильный. О, а игрушечки вот эти надо мне. Вот такую я возьму. А это что? Чехол для бутылочки? Какая-то бутылочка. А, это поилка. Это какая-то, походу, поилка. Для домашних зверьков поилка. Мне надо это. Офигеть, это мне надо. Так это все собачьи, походу, игрушки. Это не детские игрушки. Это собачьи, походу. Ржака, ха-ха-ха, блин. Ха-ха-ха, блин. Где техника? Привет, подписчик. Да. Подогнать стикеры тебе? Я всем подписчикам их дарю. А ты роешься, не? Вот так, подписчиков встречаю, стикеры дарю, ребятки. О, ребятки, так показалось.
Аж куди. Офигеть, какая мощная. Здоровая такая. Я такую никак в жизни не находил, ребят. Какая-то супер тяжелая. Походу, дорогая какая-то, не знаю. Эльф-бар, кристалл, нифига себе. Вот это дела. Баночки, вот если бы я банки собирал бы, я бы уже столько денег бы тут набрал. Да ну нахер! Ребят, ноутбук! В смысле, офигеть. Капец, он зарыганный в чем-то, в какой-то гущенке. Жесть, ребят, смотрите какой. Правда, болтов, я смотрю, нет, походу его разбирали. Вот такой ноутбук, весь на клейках и в какой-то зарыганной жиже. О, тут и блок питания даже есть. Вообще нормально. Тут дворник прошел, на меня так посмотрел. Я аж пришлось ноутбуку так припрятать, потому что дворник косяки на меня кидал. Так, а что, посмотрим, что внутри. Экран целый, кстати. Экран целый. Dell. Нифига себе, Nvidia GeForce. Core i3, ребят. Ноутбук на Core i3. Так он металлический. Офигеть, он тяжеленький такой. Еще и блок питания в комплекте выкинули. Вот это находка. Вот это я понимаю. У меня сегодня день. Засуну его вот в этот бумажный пакет. Нотебук вот этот. Помойка дарит. Нотебук, ребятки. Это уже удачный день. Надо ехать в гараж проверять его. А, вот он. Я его тут видел, но я про него аж забыл. В порывах счастья. Ну, увлажнитель воздуха. Это такая себе находка. Ну, в принципе, на продажу забрать можно. Он целенький. Ну, катафотик. Это мне на самокат сейчас прицеплю. Нормально. О! Нифига себе! Что это такое? Это коврик для мышки с функцией калькулятора. Офигеть, такого ни разу не видел. Счетная доска какая-то или что? Возьму. Ну вот, вот это, ребятки. Вот это я понимаю. Наушнички игровые. Блади. Ну, кстати, RGB-ленту заберу. Наушнички Блади игровые. Потрепались, видите? Вот это вот дермантин послезал, и все, и выкинули. По-любому рабочие. Вот я уверен почему-то. Целое, все нормально. Наверное, звук нормальный у них. Игровые Блади. Модель ХЗ какая? Ребятки. Но за бесплатно. Просто бомба. Они еще и USB-шные. Так, и еще заберу RGB подсветочку, вот она, RGB-лента. И от нее я вижу, блок управления даже есть. Обалденно. То есть это уже киберспортивные находки. Наушнички игровые, RGB-лента. О, и блок питания. Целый комплект, ребят. RGB-лента, наушники игровые, бомба. Такие комплекты я уважаю. А тут коробки от айфонов сложены. Но их кто-то уже проверил. Ну да, все пустые коробки. Датчик пожарный. Это еще можно взять. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Дима по интиму разошелся. Лифчики, колготочки, трусики. На, складывай. Так что, мужчины, все, кто нас смотрит, все, кто любят нюхать, пишите Диме, вот такие вот тоже варианты для вас имеются. Дима все это собирает специально для тех, кто любит нюхать. У тебя заказали новую партию? У меня уже две посылки было отправлено. Мощь, нормально. Бизнес-клизмес на помойке. Вы вообще в этот бак заглядывали? Вот я себе удочку нашел. Хорошая еще. Зашибись. Одна маленькая, короткая, а вторая длинная. Топчик. Ребятки, топчик. Так тут даже поплавок имеется и грузик. Вот крючок. Можно сразу идти рыбачить. Бомба, ребятки. Просто бомба. Только леска оборвана. Лески нет. Леска нужна вот сюда, на катушку. Матрел 230RD. Фирма катушки. Ну да, шляпа. Ну, пойдет на халяву. Деду надо на халяву удочки. Это рыбалка будет у меня теперь. Помоечка радует, ребятки. 5 с пацана по лайку, даже с мужика. Ой-ой-ой, Ролтоны погнали. Это мне для пищеварительного тракта, Ролтон. Охренеть, какой запас. Да это месячный запас. Как помойка кормит. О да. Охренеть. Супчик сделаем.
Роллтон с курицей. Просто бомба. Оу, щит! Оу, щит! Оу, щит! Оу, щит! Оу, щит, вибратор! Оу, щит! Оу, щит! Лови! Ой, так это вибратор! Да! О, сразу Майбах. Рублевские кормилицы. Рублевские кормилицы. Вот они. Вот они, у ребятки. Вот они. Мне так нравится рублевские кормилицы драть. Ну, мы всего лишь Гуччи хотим найти. Там пару айфонов. Ну, ничего сверхъестественного. Просто тут коттеджный поселок очень большой. Вот здесь вот там мажоры капитальные живут. Ашкуди! Да... Оу, щит, ашкуди, ребятки. Вот тетя, дядю, нядя. Это мажоры какие-то тянули их. Затягивали. Так, посмотрим. Что за коробка? Аж коробки. Моделька самолета в сборе целая. Целая, новая. Новая моделька. Что это? Йо-йо-йо, это что такое? Куда? Да я сам пойму. Гуарана 200, Energy Storm. Энергетические какие-то капсулы. Это пить надо. Вот там жидкость внутри. Это энергетики, ребят. Это дорогие элитные энергетики. По-любому очень дорогие, да. 500 сделано в Германии. Ой, дай покажу подписчикам. Ребят, смотрите, запечатанное. Кориан, дринк, какой-то напиток. Напиток Wonder Farm. Корейский женьшень. Офигеть, корейский женьшень. Ой, еще один Майбах. Офигеть, вот это интересно. Это тоже энергетик? Ой, они очень сильно просрочены. Ничего не будет. Забираем энергетосик. Ой-ой-ой, у меня наушники. Вообще бомба. Ой, правда, они плохого качества. Я думал Razer, а это нифига не Razer. Фигня какая-то. О, светильник 3D Magic какой-то. Ну, это фигня, это никто не купит. Что за шматье? Бренды, смотри, чувак, тут бренды. Это все может дорого стоить. Но они, правда, порваны. Илюха, правильно сделал, чтобы бак этот залез. Рви его, как гиена. Вот он такой же там лежит. Его только покрасить надо и собрать. СУ-57, российский многофункциональный истребитель 5-го поколения. Вообще новый. Энергетос, вообще интересная тема. Буду пить его. Интересно, он просроченный, нет? 2018 года он произведен. В прохладном месте нужно хранить. Ребят, капец. Вот тип подъехал на Мерсе, да? Сколько надо зарабатывать, чтобы купить себе такой Мерс и здесь жить? Здесь дома там по 100, по 200 миллионов минимум стоят. Вот здесь реально по 100, по 200 миллионов дома стоят, Дим. Да я сам в шоке. Тут надо бак этот перелопачивать, перемалывать, Илюха. Прям вот так вот, вот. Но пока мы вот нашли вот это, но уже неплохо. Сейчас пойдем дальше. Пойду я соседний бак смотреть. Полностью пустой. Ну блин, вот это обидно, если он пустой. Да, пустой. Дима, нахуй. Нахуй ты там ходишь? Там охранник сейчас тебя спалит, придет сюда. А, ага. Ребят, в поисках кормилец мы забрели в хер пойми какие дебри в лесу и уткнулись в Охтопарк, вот в Питере. Это горнолыжный курорт. Думали, тут это кормилицы будут, а их тут нет. И увидели алюминиевый кабель, который привязан к березе. Толстожильненький алюминиевый кабель. Вот, вот такой длинный, видите, вот второй его кусок обрубан, и он там к ветке привязан. И мы пытаемся как-то его оторвать, чтобы забрать. Илюха вот на нем уже катается, как на тарзанке. Да, ну давай. Полезно, но мы зато придумали свой Охтопарк. Да, бесплатный, ну давай. Капец, там миллиметраж от земли до сраки. Чиркнул. Вам надо вдвоем с Димой повиснуть, и тогда этот кабель оторвется. Надо, чтобы кабель этот оторвался. Кто-то его там привязал проволокой. Падлы, дерево надо спасти, убрать этот кабель срочно, а нам денег заработать. Не получается? Эх, падла, блин. Столько алюминия пропадет, а нам ничего не достанется. Ну, был бы медный, мы его точно бы оторвали. Если бы медный был. Ну что, помянем? Илюха захотел попробовать вот эту баночку, которую мы нашли, и энергетики в ампулах. Я уже поел сметаны с колбаской с помойки. Сейчас буду пробовать эту шляпу до 2019 года.
Просрочено. Просрочено. А сейчас 22-й вообще-то. На 2 года. Хуйня. Блять, можно поаккуратнее мне с этой хуйней ехать еще? А вот это называется малина. Энергия. Шторм. Шторм энергия. Написано, что применять перед спортсменом. Блять, что я сказал? На вид как соевый соус. На вкус хуёбы. Ну, не очень. Кого? Хуёбы? Хуёбаная. Не знаю. Вкус хуёбы. Вообще не понравилось. Не то и не то вообще. Даже лучше хорошо, что мы взяли и проверили. А то на продажу кто-нибудь бы умер от этой херни. Ты чё снимаешь? А чё такое? Да чё, покушать нельзя? Кушай. Ребятки, в гараже, и сейчас будем проверять данный ноутбук Dell. Посмотрите, какое состояние, вообще офигенное. Матрица целая, он тоненький. Металлический корпус, это супер круто. GeForce NVIDIA iCore i3, все дела. Но вот смущает только единственное, то что кто-то его уже разбирал. Болтов нет. Но, к счастью, был найден вместе с ним блок питания. Надеюсь, он вообще от него. По штекеру, кстати. Подходит, ребятки, подходит. Но ноутбук по-любому не из дешевых. Сейчас будем проверять. Надеюсь, включится. Давай. Загорелось. Все. Тихо. Признаки жизни отсутствуют. Похоже, отвал видеопроцессора. Да. Походу, из-за этого его и разбирали, пытались уже утюгом его прогревать. Кто-то на нем жестко играл. Судя по наклейкам на корпусе, обычно только школьники так делают. Заклеивают ноутбуки шляпными наклейками. Картинки нет, ребят. А матрица целая. Значит, отвал видеочипа. Обидненько, блин. Но на запчасти его продать можно будет за 10 тысяч рублей. Потому что матрица целая, корпус целый. Сейчас мы его еще вскроем, посмотрим, что внутри. Если там аккумулятор, SSD-шка, оперативка. Но картинки нет. Кстати, можно подольше подержать. Сделать ему так называемый hard reset. Может, это поможет. Можно еще батарейку биоса снять, сбросить настройки. Но пока картинки не наблюдаю. Да, блок питания, кстати, от него оригинальный, деловский. Вот это бомба. Его отдельно можно за 2,5 продать. Блок питания 2,5 и на запчасти ноут за 10 улетит. То есть помоечка дарит 12 500 рублей. Бомба. Вот, я же сказал, SSD-шку сняли. Батарея на месте, возможно, живая. Оперативка на месте. Стоп. Стоп, стоп. А, нет, это наклейка. Я думал, выломано гнездо под оперативку. 8 гиг. 4 гига оперативной DDR3 памяти, ребятки. Смотрите, плата целенькая, все нормально. Вот, видишь, снимали вот эту вот штуку. Его, значит, чистили уже. Или пытались прогреть. Вот тут видно, раскручивали и вот эту наклейку снимали. То есть, видимо, здесь отвал видеопамяти. Короче, вот эта видеокарта, походу, это процессор или наоборот. Так все здесь на месте, кроме SSD-шки. Видимо, сдох видеочип, SSD-шку сняли, чтобы память сохранить. Потому что, а может, просто пропала картинка и сдали в сервис, там сказали, что ему жопа, и вернули в итоге, и они выкинули его на помойку.